Крупная партия контрафактного алкоголя изъята в Жодино. По информации милиции, спиртосодержащая жидкость предназначалась для теневой розничной продажи. В общей сложности это 360 литров фальсифицированной продукции. Под подозрением оказался 67-летний местный житель, который нелегально наладил сбыт на территории города. Товар ему привозил партнер по бизнесу из соседней страны. Производство водки из спирта было налажено в подвале дома. Там же оборудован и склад. Торговля тоже шла с подворья. Подпольное производство мужчина наладил, скажем так, не вставая с дивана. Домой привозили контрафакт, дома разводил и там же продавал. Несмотря на то, что мужчина ранее уже имел проблемы с законом по этому же поводу, видимо, страх быть снова пойманным отсутствовал. Всего в ходе операции оперативники изъяли 360 литров спирта. Сейчас ему грозит штраф с учетом повторности до 2500 рублей.